Всем-всем-всем привет! У нас сегодня воскресенье, завтра ребята в школу. Хотела показать. Ребята еще не доели все булочки, еще часть в холодильнике. И я ночью доставала свинину кусок, хочу нарезать большой. И филе куриное тоже нарезать. Может, что-нибудь потом еще приготовим из них. Достала эти ленивые голубцы. Сейчас дети просят макарошки, отварить и сделать с ленивыми голубцами. И часть Ильюше отдала. Поедет сегодня в Соликамск, уже собирается, увезет, там будет кушать. Так, поставила воду на макарошки, а здесь у меня я поставила ленивые голубцы. Ну вот, сколько влезло, столько положила, 2, 4, 6, 8, 10 штук влезло, больше не влазит. Муж на улице обкидывает дом с разных сторон снегом, чтобы холодно не было. У нас морозы опять идут, утром было минус 20, поэтому, чтобы по полу не дуло, он обкидывает снегом. Вот заодно вы увидели. А Егорушка уже воду в баню натаскал, дрова натаскал. Баню сейчас будем топить. Сегодня родственники в баню приедут, поэтому видео опять мало что буду снимать, так как гости будут. Поэтому не поснимаешь особо. Но постараюсь что-нибудь все равно поснимать. Но сейчас будем вот мясо разбирать. Вот заодно и поснимаю. Егор у себя сейчас в комнате прибирается. Он, мальчик, у меня молодец. Ваня пошел гулять. А где у нас Марина с Оксаной? А вон там Марина с Окси. Да, там. А папа горку вам чистит. Сейчас папа вам горку очистит. Да. Марина, Оксана, вы что ушли от Вани далеко? А папа горку чистит. А ребятки гулять пошли. Иди к ним туда, играй. Иди к ним туда, Ваня, иди к ним, к девочкам. Иди к девочкам, тебе там Марина лопатку даст поиграть. Ладно, я пошла кушать дальше готовить, а вы гуляйте. Смотрите, что хочу показать. Папа как обкатывает горку, сам на ней катается. Блин, спрятался там, скатился. Он ложит этот большой щит, на котором катаются они. Тут у меня, кстати, цветочки стоят. Тут уже дети что только не наставили. И катается с горки. Он, видите, у него в руках большой щит. А, прошел. Сейчас увидите. Будет садиться еще, наверное, катиться, чтобы горку обкатать. Они даже не видят, что я их снимаю. А, не, не пошел. Пошел своими делами заниматься. А девочки катаются на горке. Ваня не хочет ни в какую. Ваня боится всего. А вон ледянки достал. Всем ледянки дает. У нас ледянок каждый год покупаем, покупаем. Они что-то так быстро ломаются. Ну, тут что-то он... А, он дом тут закидывал с этой стороны. Тоже получается. И ребятки катаются. Ваня не хочет ничего. Ваня вредничает. Вы спрашивали, гуляют? Нет, они гуляют. Просто я не всегда это снимала. Не считала как бы нужным. Ну, раз просите, вот снимаю. Как они гуляют. Папа Ваню пытается на горку затащить. А Ваня ни в какую не идет. Боится, труси. Ладно, пусть гуляют. Я буду дальше готовить. Как раз они нагуляются, придут и вкусненько покушают. Ванька упал. Ладно, детки катаются. Пишите, какая у вас погода. У нас немножко морозится. А здесь наша Ксюша. Ксюша, дверь всегда открыта, и она может в любой момент выйти погулять. Да, Ксюша? А, Ксюш, опять тебе клетку мыть надо? Ксюшка. Ксюшка, ты наша вредная Ксюшка. Лесенку опять всю закакала. Опять надо прибирать у нее все. Да, Ксюша? Ксюша хорошая девочка. Ксюше вот это зеркальце нравится, что мы с Машей купили. Да, Ксюша? Ксюша хорошая девочка. Да, 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 хорошая. Думаю, что такое под одеялом лежит? Это Светкин, видать, спрей дезодорант. Света, это твой дезодорант? Парфюмированный дезодорант. Ага. А я думаю, что под одеялом такое лежит? Видеть. Немножко с другого ракурса. Что там? Да папа на горке катается. А он не делает.
Он ее сделал, уже почистил, все сделал. Только надо ее кипятком облить. Ой, кипятком, холодной водой, то есть облить. Пытаюсь заснять. Ну, блин. Ваня так и не хочет на горку идти. Ваня вредный у нас. Там Тайсон бегает. Как-то бы так Тайсон заснять. Вон там Тайсон. О, Оксана поехала. Далеко уезжает. Вот так вот. Хотели нынче, думали, линолеум и отходы какие-то у нас останутся. У нас ничего не осталось. Постелить линолеум не получилось. Так, у меня уже готовы ленивые голубцы. Наложил уже макарошки. Ребята как раз с улицы пришли. Сейчас положу по горячему ленивому голубцу и будет обедать. Всем добрый вечер. Сегодня гости были, поэтому, извините, ничего не снимала. Сейчас мою яблоки, перемываю с апельсинами. Надо помыть да убрать их, чтобы они лежали здесь. Сейчас у меня девочки в бане моются, потом будет мыться еще Егор. И укладывать буду всех спать. Так что вот такие вот дела у нас. Еще фаршем даже не занималась. Мясом надо еще мясо нашинковать, наделать и убрать. Что, сына? Ты это что? Я тебя к парикмахеру буду записывать. Ты меня на я тебя к парикмахеру. Я тебя не буду сама постригать, я тебя к парикмахеру записываю. Ты меня на этих каникулах. Ну, вот так я. А я что-то не позвонила, забыла. Тебе надо было напомнить. Я завтра позвоню, спрошу, когда место у нее будет свободное. Да нет, я тебе напоминала. Ну все хорошо. Позвоню. Яблоки мытые, можешь кушать. Вот такая вот корзинка, тут яблочки, ой, мандаринчики, апельсинчики. Я это Ваня отнесу. Кого? Так уноси, это твоя же. Это что, шампунь, который с Германии присылали? Дай посмотреть. Три в одном. Да, три в одном. Три в одном. Шампунь, гель и кондиционер. Вот такой вот Егорке присылали, он сейчас в баню с ним пойдет. Ой. Тут у меня Ваня? Кофты висят. А? Да. Тут у меня кофты висят, сохнут, постирала кашкули. Мне еще надо сейчас погладить будет белье. Я после бани волосы решила не сушить феном. У меня после фена почему-то стали жесткие волосы. Или мне кондиционер не подходит. Но я обычно маской пользуюсь. Вот нынче, видать, мне маска не подходит. Потому что вот даже я и попользовалась, волосы очень жесткие стали. Не понимаю, почему. И еще хотела спросить, посоветуйте какую-нибудь детскую шампунь. Потому что вот нынче вот две разных опять взяла, но вот все равно вот что-то вот после них волосы как эти разлетаются в разные стороны. Как статические, что ли, как они так. Как-то такие, короче. Кто-то может посоветовать хорошую детскую шампунь, именно вот, чтобы у нас тут продавалось. Я буду очень благодарна. Так, ладно, я сейчас все прибираю, потом еще надо мясо с вами разрезать, убрать. Так что, если интересно, оставайтесь. У нас хоть и ночь, сейчас маленьких спать уложу, у меня еще дел много.